позиции и игрой доказать, что команда способна и по праву, способна выиграть чемпионат и по праву сейчас находится на первом месте. Ну и, соответственно, очковый отрыв сейчас у Милана плюс 5 от Лацио. Играет Паскуале на правом Исла. Два футболиста, которые будут, соответственно, по всем по всей бровке двигаться. Они на левом фланге выступает Антонини, номер 77-й. Матч обслуживает Пауло Милан, поэтому так сразу его видеть в основе не приходится. Но, в любом случае, в прошлой игре против Кальяри он вышел и сделал даже голевую передачу. Сегодня, забегая вперед, скажу, что Алексис, это штрафной. Хороший удар по воротам! Интер, на что Гаттузо ответил, что для некоторых людей... Подача Ибрагимович! Нет, здесь уверенно играет Домицы. Ну вот и Милан. Ибрагимович пяткой. Удар рядом со штангой. Вот это уже очень красиво. Еще удар через себя. Рабиньо сам решил взять игру на себя. Бьет по воротам. Ханданович на месте. Самир Ханданович аплодирует. Пробить. Удар. Штанга. Добивание. Гол! Антонио Ди Натале. Антонио Ди Натале, один из лучших форвардов Италии в 33 года. Вы посмотрите на статистику. 18 матчей, 12 голов. А вот сейчас Антонио Каским, что ли, ударом, например, Зедеров. Нет, бьет Ибрагимович, попадает в стенку. И это читалось. Естественно, кого-то выбил. Златан. Это Ибрагимович, подскользнулся. Как же жаль сейчас Златана, буквально поскользнулся. Пас, удар, гол! Милан! Милан сравнивает счет, доказывая свой высочайший класс. Вот так, когда уже казалось, что завершается первый тайм победой Удинезе, Милан умудрился сравнять счет. И как все грамотно сделал Златан Ибрагимович. Конечно, это топ-форвард, который буквально на самом платке штрафной накрутил Домицы. Просто Ибрагимович. Вот это ударище. Удар головой. Гол. Алексис Санчес. Алексис Санчес. 2-1. 2-1, Удинезе выходит вперед. Вот вам и Удинезе, вот вам и Алексис. Ди Натале. И в конце концов Даниэле не прослеживается. И вновь удар, гол! Антонио Ди Натале оформляет дубль в матче против Милана. Фантастика, 3-1. 3-1, Удинезе. Удинезе на Сан-Сиро. Обыгрывает Милан 3-1. Ликует скамейка Удина, ликует весь город Удине. Лишь Франческо Гвидолин серьезен, но Антонио Кассано. Смотрите, как возмущаются итальянцы. Это все жесты негодования. Удар! Удар! И Ханданович суперсейв! Самир Ханданович проявляет. Милан нагнетает, и гол! Гол, автогол, это у нас кто? Так неудачно сыграл. Это был защитник Удинезе. Подавал мяч Тиаго Силва в штрафную площадь Удинезе. И как раз таки Кода. Как раз таки Кода, вышедший на замену. Штрафную, Пато, удар! Гол! Алешандро Пато! Алешандро Пато оформляет дубль. Оформляет дубль в нашем матче. 3-3. 3-3 Милан Удинезе. Антонио Кассано тоже в этой атаке поучаствовал. И просто феноменальный футбол на Сан-Сиро. Тиаго Силва на кассе. Удар основан. Снова Златану мяча. Рядом с ним Пато. Снова на силу. Удар ногами Ханданович на этот раз. Мяч. Не оказалось, мяч остается в игре. Рабиньо догоняет его. Догоняет мяч Рабиньо. Еще уже Домицы с трудом упал, но все. Он стремится вперед. Один абсолютно Исла, да. Исла.
Денис, удар, гол! Это что-то Удинезе! Снова выходит вперед, 4-3! Фантастика на Сан-Сиро! Герман Денис забивает просто сумасшедший гол! Как Алексис Санчес после такого матча сумел протащить мяч, сделать точную передачу направо на Ислу, а сам Исла, бороздивший всю бровку. Не точно, Гюдалин просит, буквально просит футболистов остаться. Златан, 1-1, гол! 4-4! 4-4, Касану, второй голевой пас, и Златан. Златан сумел в такой ситуации расправиться с центральным защитником и поразил ворота Хандановича. 4-4! Какой-то феноменальный. Удар нет. Мяч можно играть. Не было нарушения правил, и все. Пауло Валери дает финальный свисток. Это мы с вами увидели. Мы с вами увидели просто...